Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал «Отвертка». Обзор лучших портативных колонок Sparton USB. Итак, портативная колонка с флешкой. Это невероятно удобное приспособление, которое позволяет прослушивать музыку без участия телефона. Необходимо только подключить накопитель, и громкий качественный звук гарантирован. Учитывая приемлемую стоимость колонок, они смогут стать крайне удобной и экономически выгодной заменой обычным стационарным вариантом. В данном видео мы рассмотрим лучшие колонки этого года, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Итак, это канал «Отвертка». Давайте разберемся с особенностями портативных колонок. Рейтинг портативных колонок следует начинать с предварительного описания самой категории. Что привлекательного в данном продукте и почему стоит выбрать их, а не обычный динамик смартфона. Итак, автономность. Они абсолютно не привязаны к розетке, а иногда даже смартфону. Можно просто подключить microSD или USB-флешку и слушать музыку без вспомогательных устройств. Следующее. Компактные. Благодаря небольшому физическому размеру не стоит большого труда положить их в сумку, рюкзак или карман и использовать в любое время. Следующее. Звучание. Звуковая составляющая намного превосходит обычные динамики смартфона. Благодаря использованию относительно большого диаметра динамика и глубины корпуса удается достичь не только громкого, но и качественного звука. Наибольший потенциал открывается на низких, а также средних частотах. Вот буквально примеры жизни давеча при вечерней прогулке. Я обратил внимание, думаю, не понял, где же это звучит так громко музыка. Как будто бы где-то автомобиль стоит, и оттуда такой хороший басовитый звук идет. Думаю, что ж, где же это такое? Оказывается, группа девчонок несла вот именно такие вот портативную колоночку. На всю катушку был запущен звук. Низкий средняк, так высокий валил, ну как будто бы в автомобиле. А на самом деле они в руках держали буквально небольшую, маленькую портативную колоночку. Так что очень интересный звук и моща. Так, дальше у нас подключение к смартфону беспроводное или используется USB накопитель. Обычно соединение выполняется посредством Bluetooth или NFC. А так, передавать сигнал можно даже на расстоянии до 20 метров. Далее, может выступать заменой гарнитуры. Очень прикольно. Даже самые невзрачные варианты колонок оснащают микрофоном и кнопкой для принятия вызова. Они работают по принципу громкой связи, и телефон можно не доставать. Очень интересная функция, да. Ну и последнее. В качестве дополнительной функции может быть добавлен Powerbank. Так колонки могут выступать дополнительным зарядным устройством. Тоже неплохо. Ну и большинство моделей совмещают в себе все эти функции, но все зависит от задумки производителя. Итак, двигаемся дальше, рассмотрим лучшие портативные колонки на сегодняшний, так сказать, отрезок времени. Итак, колонка под названием UE Boom 2. Устройство подвергалось многочисленным модернизациям и всегда стремилось занять позицию лучшего. Сегодня колонки практически идеальны для всех видов использования, хотя раньше можно было отметить только определенные позитивные моменты. Учитывая внедрение влагонепроницаемого корпуса, устройство нипочем даже дождь. Герметичность корпуса накладывает некоторый отпечаток на громкость звучания. Для более громкого звука можно отдать предпочтение марке Megaboom. Краткие технические характеристики. Масса 540 грамм. Нормально. Батарея 15 часов. Неплохо. Расстояние связи более 10 метров. Пойдет. Частота 90 Гц, 20 кГц. Вписывается в рамки вполне хорошо. Динамики 2 штуки по 45 мм, а также 2 радиатора. Там еще есть 45 на 76 мм. Преимущество. Интересный дизайн. Корпус с защитой от влаги. Недостатки. Их нет, хотя вот хотелось бы немного больше объем батареи. Итак, идем дальше. Рассмотрим портативные колонки под названием Fugo.
Обзор портативных колонок часто начинается с самых дорогих вариантов. Но эта модель на самом деле, малоизвестная в мире Bluetooth колонок, стоит умеренно и показывает потрясающие характеристики. Колонки поставляются в трех вариантах дизайна. Звук, на удивление, качественный, учитывая небольшие габариты устройства. При этом автономная работа продолжается аж до 40 часов. Потребление сильно зависит от уровня воспроизводимого звука. При максимальной громкости работает от батареи до 20 часов. Довольно неплохо. Кратко технические характеристики. Масса 450 грамм. Батарея до 40 часов. Расстояние связи более 10 метров. Частота 60 Гц и 20 кГц. Стандартно, хорошо. Динамики. ВЧ-шные высокочастотные 2 штуки по 28 мм. Низкочастотные 2 штуки по 39 мм. Плюс там 2 радиатора есть. Какие преимущества? Отличный звук. Долгое время работы без подзарядки. Недостатков? Нет. Так, следующий претендент нашего видеообзора. Harman Infinity One. Беспроводные портативные колонки Harman Infinity One являются одними из самых дорогих в этом сегменте. При этом их качество вполне соответствует стоимости. Устройство обеспечивает лучшее звучание, глубокие басы и выразительные средние частоты. Естественно, что встроены и все стандартные функции. Высокая стоимость обусловлена уникальным дизайном. Благодаря защитной сетке матового цвета звук распределяется во всех направлениях. Кратко технические характеристики. Масса килограмм 270 грамм. Да, это увесисто. Батарея 10 часов. Ну, немножко маловато. Расстояние связи более 10 метров. Частота 70 Гц, 20 кГц. Нормально. Динамики 4 штуки по 45 мм. Преимущество. Потрясающий звук. Встроен повербанк. Вот это вот хорошо. Недостатки. Дороговизна устройства и непродолжительная работа от батареи. Итак, рассматриваем самую портативную мини-колонку. Креатив Муво Мини. Еще одна мощная портативная колонка, которая соответствует всем представлениям дорогих, качественных и полнофункциональных колонок. Вот только один главный нюанс. Она стоит весьма умеренно, недорого. Приобрести Креатив Муво Мини можно за $59. Звуковые качества превосходят всех равнозначных конкурентов. Кратко технические характеристики. Масса 270 грамм. Прекрасно. Батарея 10 часов. Пойдет. Расстояние связи более 11 метров. Динамики 2 штуки. Преимущество. Влагонепроницаемый корпус. Маленький вес и габариты. Качественный звук. Недостатки. В ней отсутствует повербанк. Итак, рассмотрим следующую портативную колонку под названием Klipsch Groove. Портативные колонки 2017 года используются повсеместно, поэтому и требования к ним высокие. Колонки Klipsch Groove считаются вариантом средних размеров с достаточно тяжелым весом – 770 грамм. Корпус защищен от влаги и обработан приятной на ощупь резиной. А также с трех сторон находятся выходы для звука, покрытые сеткой. Устройство считается достаточно мощным, звук насыщенный, качественный благодаря технологии DSP. Кратко технические характеристики. Масса 770 грамм, ну как бы ничего. Батарея 8 часов, ну нормально. Расстояние связи, понятно, более 11 метров. Частоты 65 Гц и 22 кГц, хорошо. Динамики одна штука 76 мм, где используется алюминиевый диффузор. Преимущества. Хорошее звучание, влагозащитный корпус. Недостатки. Небольшое время автономной работы. Ну, понятно. Батарейка там послабже стоит. Итак, давайте рассмотрим портативную колонку с USB. Она называется JBL Extreme. JBL Extreme. Портативная колонка с USB, которая отличается большим весом. Она выполняет роль полноценных колонок, обладает прочным корпусом, который отлично выдерживает механические повреждения.
При большой мощности и габаритах устройства оно способно работать до 15 часов без подзарядки. По качеству звука и цены устройство превосходит большинство конкурентов, но из-за большого веса колонка менее мобильна. Краткие технические характеристики. Масса 2 кг. Да, вопрос. Батарея 15 часов. Расстояние связи более 10 метров. Частоты 70 Гц, 20 кГц. Динамики 2 штуки по 63 мм. Неплохо. Преимущество – качественный звук, уникальный дизайн, влагозащитный корпус. Недостатки – понятно, значительный вес. Ну и последнюю колонку рассмотрим нашего видеообзора. Она называется JBL Charge 3. Колонка средних размеров и габаритов. В рюкзаке занимает много места и в карман не поместится. Но благодаря внушительному объему работает на порядок лучше конкурента. При этом влагозащитный корпус не просто предотвращает попадание влаги, но и позволяет погружать ее под воду на глубину менее 1 метра и продолжительностью до 37 минут. Основной параметр – звучание. Оно весьма качественное, звук прекрасный и равномерно настроен во всех отношениях. Технические характеристики. Масса 800 грамм, батарея 20 часов, нормально. Расстояние связи 10 метров, частоты 65-20 кГц. Динамики 2 штуки по 43 мм. Преимущества основные. Выразительные басы, ну и защита от воды. Недостатки. Динамики без дополнительной защиты. Ну и делаем общий итог. Из данного видео все перечисленные варианты обладают высоким качеством и станут отличным помощником в пути, в походе. Помогут украсить одиночество или разбавить неловкую тишину в большом коллективе. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал «Отвертка».